Садхгуру Шивая Субрамани с вами, жизнь с Шивой, ямы и не ямы. Ахимса является в первую очередь добродетелью, предшествующей правдивости, сексуальной чистоте, терпению, стойкости, состраданию, честности и умеренному аппетиту. Брахмачари и саньясин должны принять ахимсу, не насилие, на один шаг вперед. Он сам изменился, расширился, разучившись быть способным навредить другому мышлением, словом или делом. Стоп. Ахимса предшествует всем другим ямам, ниямам, достижениям, поскольку она связана с корневой чакрой, с фундаментальным отношением энергии. То есть садху, саньяси – это тот, кто разучился приносить вред другим живым существам. Не только физически, но и словом, и речью. И здесь должен быть очень серьезный самоконтроль. Во-первых, это мотивация желать всем живым существам счастья. Всем живым существам и конкретно рядом сидящему с тобой соседу, человеку. Причем невзирая на какие-либо обстоятельства. То есть безусловно.
Обычно мы склонны желать счастья тем, кто нам желает счастья, не желать тем счастья, кто нам тоже не желает счастья, и безразлично относиться, кто безразличен. Ахимса предполагает, что мы желаем счастья всем живым существам, и это наша ведущая мотивация в отношениях. И естественно, когда мы желаем счастья живым существам и видим их как проявление Бога, то химса невозможна телом, речью или мыслью. При этом очень важно не заботиться о том, чтобы другие в отношении вас неизбежно и что-то соблюдали, требовать от них этого. Это абсолютно не имеет отношения к другим. Ваша яма не яма, это именно ваша яма не яма. То есть здесь не удастся, перевести стрелки на другого. Надо уму сказать: ум, тебе не удастся. Я знаю все твои ходы, все твои трюки. Тебе не удастся попытаться завиноватить другого, перевести на него стрелки, дескать, вот он плохой, не дал мне там соблюдать мою ахимсу тела, речи, ума. Это только моя ответственность. В моей яме, не яме, никто не ответственен. Только моя ответственность. Другими словами, смысл таков, что мы позволяем другим быть теми, кто они есть. Если у нас нет севы воспитывать, обучать, если мы не духовные наставники, в которых принимали прибежище, мы не имеем права других критиковать. И виноватить тоже. То есть мы их принимаем, как они есть, и позволяем им быть такими, как и есть, и учимся желать им счастья такими именно, как они есть, любить их такими, как они есть. Это очень большой переворот сознания. Вот тот, кто сможет на этом уровне достичь ахимсы и желания счастья, это он уже наполовину будет просветленным. Потому что мирской ход мышления – это всегда неприятие других такими, как они есть, оценочное осуждение, избирательное желание счастья, деление на друзей, врагов, хороших, плохих, ну и так далее. И попытка исправить других всегда. Это тенденция ума, тенденция любого эго. Любое эго так действует, это нормально. Как любой тигр склонен охотиться там на мелких животных. Это его склонность. И любой ум склонен, любое эго склонно так делать. Хищная тенденция эго. То есть излюбленный трюк нашего ума – объявить себя молодцом, а других – какими-то не такими неправильными по отношению к нам и утвердиться через это. И здесь мы подрубаем корень под этот ум, давая ему ахимсу, безусловную, не только физическую, но и тонкую, речевую и мысленную, и давая ему установку противоположную, желание счастья другим живым существам. Ямы – это хорошо, это отречение, но за ними должны быть не ямы. Не ямы – это то, что мы развиваем в себе, качество, которое мы практикуем, позитивное что-то. Например, 4 бесконечных. Желание счастья всем живым существам. И когда мы поем локаса маста, мы должны верить в это по-настоящему. То есть желать счастья не абстрактно, а реально. Прямо сейчас, вот в этом конкретном месте. Также 4 бесконечных выполнять не только в медитации абстрактно где-то, воспаряя в каких-то трансцендентных сферах внутри, а вот буквально по факту. Вот, по факту, видите ли вы человека, который вам нравится или не нравится, вот прямо сейчас ваша обязанность практиковать 4 бесконечных, прилагая их к ситуации. И здесь единственный человек, которого мы исправляем, это мы сами, наш ум.
И что важно понять, природа ума в исправлении не нуждается. Наша внутренняя божественность, наш атман, он изначально совершенен, и мы должны верить в это, что она не нуждается в исправлениях. Она нуждается в осознании, но не в исправлении. Если кто-то думает, что ему надо исправить свой атман, ну это даже смешно. Это все равно, что как-то улучшать солнце. Вот. Атман — это божественность внутри нас. И она не требует поправок, дополнений, исправлений. Она требует только нахождения связи, контакта с ним, открытия божественной милости и прочего. Поэтому требует поправок всегда относительные. Ум, эго — то, что является инструментарием атмана, с которым мы в большей степени сейчас отождествлены. Итак, если мы поймем этот принцип, нам будет очень легко, потому что мы будем всегда склонны работать над собой и всегда склонны хорошо относиться к другим, прощать других, любить других, желать другим счастья. В общем, быть почти святым. Как говорят, все заслуги отдай другим, все недостатки припиши к себе. Чувствуете разницу, да? Но недостатки приписать к себе не для того, чтобы себя загнать в какое-то уничиженное состояние, вовсе нет. Йог должен пребывать в безграничном, раскрепощенном, блаженном, святом, чистом, совершенном состоянии полноты и целостности. И он не приписывает недостатки атману. Ни своему, ни чужому. У атмана не может быть недостатков. Он приписывает недостатки ахамкары, эго, уму. И для чего? Для того, чтобы быть бдительнее, для того, чтобы тщательнее с ним работать, для того, чтобы быть внимательнее, еще глубже. Тогда у нас в относительном измерении все хорошо, мы становимся таким совершенным садху. Вот так. Когда мы приучаемся восхвалять других, все заслуги отдавать другим, все недостатки приписывать себе, но при этом эти недостатки мы не приписываем совершенству атмана, а приписываем относительным качествам, неведению, ахамкаре, манасу. И стремимся быть внимательными, совершенствовать их и работать с ними. Обычно неуверенный человек не знает, что он есть атман. И он всегда стремится самоутвердиться. Он еще как бы ищет совершенство атмана, путает его с умом, телом и эго. И хочет наоборот, все заслуги приписать себе, а все недостатки свалить на других. Ну это в миру, это же норма. Так, это же нормально вообще. Но все так делают. Даже на большом политическом уровне, там, на бытовом уровне и так далее. Муж упрекает жену, жена мужа, родители упрекают детей, дети обижены на родителей, подчиненный говорит, что это начальник там глупый вообще, а начальник говорит, что его подчиненные бестолковые, а сам он молодец. То есть это повсеместно, это нормально для мира людей. Ну, это и есть сансара. Но путь освобождения надо все делать наоборот. Как только вы начинаете все делать наоборот, ваша карма сансары начинает исчерпываться, и вы по-настоящему выполняете работу по самоосвобождению своей кармы. Еще один шаг заключается в том, что он не должен наносить вред самому себе, своими мыслями, собственными чувствами, действиями по отношению к своему телу, к собственным эмоциям и уму. Это очень важно запомнить. И здесь, на этом этапе, ахимса имеет связь с сатьей, правдивостью. Также ахимса распространяется на нас самих. Мы тоже живое существо, и мы не должны применять химсу по отношению к самому себе. Бывают люди, которые думают, хорошо, я не буду приносить другим живым существам, я буду приписывать недостатки, но они делают из этого форму самобичевания, форму самоугнетения. Это тоже неверно.
Нет никакого смысла испытывать чувство вины, виноватить себя постоянно, угнетать себя, погружаться в саморефлексии типа «я такой плохой, я такой неспособный». Цель учения, цель практики дхармы вовсе не в этом. И ахимса также распространяется на нас самих. Мы не должны вредить сами себе своими неосторожными мыслями, неосторожной речью, подрывать свою силу, свою энергию, веру в себя, подрывать как бы свой дух. Мы не должны никогда так делать. Это тоже ахимса. Впадать в неправильные формы самоуничижения, скромность, самокритицизм – это неплохо. Смирение – это неплохо. Но это не подрыв веры в себя, это не подрыв своей энергии, это не пагубная саморефлексия, которая лишает нас воззрения, созерцания. Нет. Это тоже входит в понятие ахимса. Саньясин должен быть абсолютно честным по отношению к себе, к своему гуру, богам и Господу Шиве, который пребывает в нем каждую минуту, каждого часа, каждого дня. Но для того, чтобы он действительно познал это и выражал это в своей жизни и был живым религиозным примером Санатана Дхармы, все тенденции по направлению к нанесению вреда всегда должны быть обязательно заключены в стальные цепи. Итак, тенденции по нанесению вреда должны быть заключены в стальные цепи. Ну, это как демоны, какие-то злые собаки, какие-то звери. Они как в зоопарке, но должны быть за замком, в клетке. Тогда все хорошо. Агурча, а вы можете прокомментировать вот такой тонкий момент? Был такой случай, когда Будда пожертвовал свое тело тигрице. И, ну, бывает, может быть, не в вашем, но в миру, по крайней мере, много учеников мирян, что, ну, допустим, в семье один к другому не применяет ахимсу, да, то есть, ну, травмирует как-то, да, а тот терпит, и получается, он делает то же самое. Ну, как Будда, то есть жертвует свою энергию тигрице. Вот, и это же тоже, наверное, нарушение химсы будет по отношению к себе, вот такой вот вопрос. Вот так что был. Будда это сделал осознанно, обладая очень развитым сознанием, как акт поклонения, упасаны, как садхану. А если человек не обладает таким развитым сознанием, просто терпит, ну, трудно сказать. Если это приносит вред его уму, энергии и судьбе, то это бессмысленно. Надо уметь в относительном смысле дистанцироваться от таких энергий. Надо уметь применять ахимсу и по отношению к другим, и по отношению к себе. В этом мистическая причина. Из-за духовной силы брахмачари или саньясина у него действительно есть больше возможностей причинить кому-то боль, чем он или этот человек может знать. И поэтому его соблюдение ненасилия является еще более важным. Для саньяси, для брахмачари, для сильных садху ахимса важна в квадрате, потому что он развивает большую силу. То есть каждый саньяси, каждый брахмачари, опытный садху – это, ну, человек с большими магическими силами, с большими ментальными силами, с большой праной. И любая его неосторожная мысль может, подобно молнии, причинить проблему другим. То есть ментальная магическая сила – это как оружие определенное. Или способность, сила. И тот, кто носит оружие, он соблюдает определенные правила. Он не может бесконтрольно его использовать. Таким же образом, духовная сила, накапливаемая в результате тапасьи, джапы, упасаны, ретритов, дисциплины – она должна быть, требует большого внимания. Мы уже не можем даже по этой причине легко разбрасываться мыслями. Потому что наши мысли могут принести кому-то проблемы. Они обладают большой силой, магической силой. Вот это налагает ответственность. Поэтому считается, что если брахмачари, саньяси не могут быть злыми. Если они злые, лучше им жениться. Лучше им не делать тапас. Лучше им потерять энергию, чтобы они не причинили кому-то вреда. Так считается. То есть
саньяси, брамачари могут быть только добрыми. Только четыре бесконечных. Вот, все. То есть право на силу имеет только тот, у кого мотивация, желание счастья и так далее. Это как нельзя давать какое-то оружие какому-то неконтролирующему себя существу. Вот. Брахмачари или саньясин, которые не живут на самом высоком уровне ахимсы, не являются брахмачари. Слова — это выражение мыслей, идей, созданных из праны. Слова, связанные с мыслями, подкрепленными трансмутируемыми пранами или накопленным банковским счетом энергии, сдерживаемыми в брахмачари и саньясине, становятся могущественными мыслями. И когда они выражаются через слова, углубляясь в ум, создаются впечатления, самскары, которые длятся долгое время, может быть, навсегда. Поистине прискорбно, если брахмачари или саньясин теряет контроль над собой и предает ахимсу, став химсой, вредным человеком, неудачным для тех, кто причастен к этому, но более неудачным для него самого. Когда мы причиняем боль другим, мы оставляем шрамы внутри себя. Мы причиняем боль другим, мы клонируем воображение. Шрам никогда не покинет саньясина, пока он не оставит человека, которому он причинил боль. Это объясняется тем, что праны, трансмутированные энергией, придают такую силу мысли. Таким образом, слова проникают в самую суть существа. Поэтому злые люди должны жениться и не должны практиковать брахмачарья. Есть такой рассказ, был один монах, который давал, как был наставником небольшим, давал учения мирянам. Приходили разные миряне получать посвящение или участвовать в каких-то ритуалах. И он был такой сердитый достаточно. Однажды какая-то группа мирян пришла, он их выгнал, не пустил на посвящение. Прошло время, и этот монах покинул тело. И когда он был в промежуточном состоянии, он встречал разных... А там была какая-то старуха среди этих мирян. И он встречал разных божеств, затем святых, с которыми общался Дакинь, получал от них благословение. Внезапно появилась какая-то старуха, и она щелкнула пальцами, и свет исчез. И она его не пустила дальше. Он подумал, что это за Дакинь, которая чинит мне препятствия. Он прочитал мантру, в его промежуточном состоянии в тонком мире снова возник свет, дорога, он снова пошел. Он шел в какое-то духовное место в тонком мире и, может быть, искал место чистой страны. Снова появилась какая-то старуха, щелкнула пальцами, и свет исчез. Он удивился, спросил, кто ты, да, Кенни, почему ты так делаешь своими магическими силами, препятствуешь мне идти в чистую страну? Она сказала так, а ты помнишь вот ту старуху-мирянку, которую вот ты не пустил на посвящение? Он сказал, да я и не помню даже там. Так вот это я. То есть эта старуха переродилась в Дакини, мирской Дакини, у нее осталась обида, но и развились магические силы. И кармический долг так проявился, что она чинила ему препятствия, увидев его в тонком мире. Тогда он попросил у нее прощения, сделал ей подношение. Она удовлетворилась и пропустила его. Сати – правдивость. Вторая яма – сати – правдивость. Кажется, что маленькие дети естественно правдивы, открыты и честны. Их жизнь незамысловатая, у них нет секретов. Национальные исследования показывают, что дети даже в раннем возрасте учатся лгать от своих родителей. Их учат хранить семейные тайны, кому нравится, кому не нравится, кого ненавидеть и кого любить, прямо внутри самого дома. Их умы становятся сложными, и их суждение о том, что сказать и что не сказать, часто зависит от вероятности наказания, возможно, избиения. Поэтому, чтобы полностью охватить сатью,
и включить ее в жизнь как подростку, так и взрослому человеку, совершенно необходимо очистить подсознание и в некоторых случаях отказаться от большей части того, что мать или отец, родственники или старейшины вложили в него в раннем возрасте. Только отвергая очевидные противоположности, симпатии и антипатии, ненависть и любовь, истинная правдивость, которая является качеством души, может снова вспыхнуть и проявиться в полной силе, как в невинном ребенке. Ребенок практикует правдивость без мудрости. Мудрость, то есть своевременное применение знаний, ведет к правдивости для взрослого. Чтобы достичь мудрости, взрослый должен быть знаком с природой души. Что нам мешает практиковать правдивость? В основном страх, опасение перед раскрытием, боязнь наказания или потери статуса. Это самая честная неправда. Следующим уровнем неправдивости будет озорник, готовый рискнуть, чтобы его не поймали, и намеренно придумывает историю о другом, сознательно солгав, хотя правда тоже подойдет. Третий, худший уровень – это обман и нарушение обещаний. Сатья – это сдержанность, и в качестве одного из 10 ограничений она занимает важное место на второй позиции. Когда мы сдерживаем нашу склонность к обману, лжи и нарушению обещаний, наша внешняя жизнь становится несложной, как и наше подсознание. Честность. Сатья означает в высшем смысле держаться Бога внутри, держаться света сатвы внутри, ясного света, держаться абсолютного воззрения и созерцания, осознавания. Не делать ум усложненным, который что-то сокрывает излишне. Иметь несложное подсознание, которое постоянно манипулирует чем-то, оперирует, а простое подсознание, которое напрямую связывает нас со сверхсознанием. Когда в подсознании нет блокировок в результате желания чего-то утаить слишком, сокрыть, выставить в благоприятном свете и так далее, подсознание становится простым, мы в нем не задерживаемся. Наше внимание не фокусируется в подсознании. Оно напрямую устанавливается со сверхсознанием, связь со сверхсознанием. И джаград сушупти становится доступным. Вот результат сатьи – то, что мы обретаем способность пребывать в джаград сушупти. Ум прост, несложен, ум самоосвобожден, эго самоосвобождено, нет никаких тиротхана-шакти, которые оперируются в тонком теле. И тогда мы напрямую близки к сверхсознанию. Мы близки к истине, к воззрению, созерцанию, свету недвойственной мудрости. Это результат сатьи. Когда же ум слишком много усложняется, выгадывает, сокрывает, оперирует, строит сложные схемы концептуальные, идущие от манаса и эго в тонком теле, в подсознании, это становится пеленой, закрывающей свет атмана. Поэтому тот, кто не следует сатье, где-то он дурачит сам себя. Он хочет одурачить других, но в результате оказывается сам одурачен. Потому что непростой ум не может соединиться с атманом. Потому что есть блокировки, которые останавливают сознание на уровне джаград свапна, не дают подняться в джаград сушупти и тем более в джаград турья. Поэтому сатья – это быть честным, искренним с Богом внутри, то есть прямо смотреть свою природу и прямо ее держаться каждый момент жизни, проявления энергии и так далее. Это сатья. Это означает, что мы держимся внутренней истины. Как говорят, правда у каждого своя, а истина одна. То, что называют правда, это то, что идет из ума, из эго, из социума, из культуры, воспитания. А истина – это то, что осознается как божественная мудрость и божественная власть. Поэтому внутренняя правда каждого должна быть подчинена божественной истине, единой на всех. И тогда, несмотря на культурные, религиозные,
расовые, половые, интеллектуальные, материальные различия, все живут в единой общей истине. Несмотря на то, что различия есть, общая единая истина объединяет людей. Это означает, у нас есть понимание общих принципов сати, потому что сати, она во всех живых существах. Или мы не скажем, вот этот человек прав только потому, что он, ну, что он нам нравится, что мы, он наш самайный брат, он член санги. Если наш член санги ведет себя неправильно, а даже мирской человек ведет себя правильно, мы скажем, ты ведешь себя неправильно с точки зрения дхармы. Вот это понимание того, что есть сатья, как высший божественный принцип и закон. То есть мы всегда искренне, если мы сами что-то неправильно делаем, то мы тоже ориентируемся на принцип сатьи. С точки зрения божественной истины мы поправляем себя. Ну а для садху, занимающегося созерцанием, это вообще постоянный процесс поправок, самоосвобождения. Можно сказать, что практика лая-йоги, практика созерцания и воззрения – это непрерывная практика сатьи. Это всегда быть в сатьи, это быть в воззрении и созерцании. Быть в свете, в божественной истине, в ясном свете, в брахма-ахам-бхаве. И ничего не утаивать на более низких планах сознания, на уровне эго, ахамкары и ума. Ничего не оставлять, не беречь, а все отдавать. Вот это и есть сатья. Если мы не отдаем что-то Богу, то что мы не отдали, оно становится нашей кармой. А вот сати – это отдавать все. Дальше. Честность – это основа истины. Это экологически, психологически очищает. Однако многие люди неправдивы самим собой, не говоря уже о других. И рассчитанная, подсознательная стройная программа этих умных, хитрых, двуликих людей удерживает их во внутренних мирах тьмы. Чтобы выйти из этих миров, практика правдивости, сатья, сама по себе является исцеляющей и очищающей садханой. Что нарушает обещание? Нарушение обещания — это, например, когда кто-то доверяет вам, просит вас сохранить его секрет при себе и никому не говорить, а вы затем разбалтываете об этом. Вы предали свое обещание. В практике сатья необходимо сохранять доверие любой ценой. Конечно, бывают случаи, когда можно скрывать правду. Тирукурал, мудрость ткача, объясняет, что даже ложь имеет природу истины, если она дает хорошие результаты, свободные от вины. Например, астролог, просматривая натальную карту, воздерживался от того, чтобы рассказать о том, какое горе может прийти человеку в определенное время в его жизни. Это мудрость. На самом деле, астрологи предупреждают своих гуру о том, что они должны скрывать информацию, которая может быть вредной или глубоко обескураживающей. Врач, видя ослабление жизненных симптомов своего пациента, может не сказать ему, что тот умрет через 3 дня. Вместо этого он может поощрять позитивное мышление, давать надежду, зная, что жизнь вечна и что вызов страха может породить депрессию и безнадежность в уме больного человека. Когда чистая правдивость ранит или причиняет вред, тогда вступает в силу первая яма — ахимса. Когда можно солгать, если правда может привести к химсе, к насилию, то есть спасти жизнь кому-либо. Как один мудрец сделал, когда охотник бегал по лесу, кто-то из кшатриев, и олень прибежал к мудрецу, и мудрец, и он упал в его ног, а мудрец его спрятал под листьями где-то, под своей циновкой. И охотник спросил, ты не видел, не пробежал ли здесь зверь где-то рядом? И мудрец ответил, да, он прямо подо мной, я на нем сижу. Он так ответил с вызовом. Охотник подумал, что мудрец как-то шутит над ними, так саркастично, и пробежал. Таким образом, мудрец спас жизнь
оленю. В других случаях, когда того требует сокрытие тайных учений, на которые наложена печать и сама, и богами, и ситхами, и святыми. Это означает, что когда мы проявляем тиротхана-шакти осознанно, ради сати, ради дхармы, но это имеет благие последствия. Во всех остальных сати означает предавать все свету божественной истины. Дальше. Вы не хотели бы навредить этому человеку даже с правдой, но мы не должны смотреть на этот стих из Тирукурала как на разрешение обмана. Дух этого стиха — мудрость, здравый смысл, а не хитрость в том, чтобы рассказать кому-то, что вы едете в Мумбай, когда на самом деле отправляетесь в Калькутту. Это неправда. Было бы гораздо лучше вообще не отвечать на этот вопрос, если кто-то хочет скрыть цель своего путешествия. Это было бы мудростью. Вы не усложняете собственное подсознание, говоря неправду, и не будете считаться обманщиком в сознании информированного человека, когда он, в конце концов, откроет настоящую правду. Урок 14. Честность с вашим гуру. Некоторые люди используют оправдание правдивости, чтобы поносить своего супруга о том, что им в нем не нравится, или сплетничать о недостатках других людей. Это не дух сати. Мы не хотим разоблачать чужие ошибки. Такое противостояние может стать спорным и воинственным. Никто не знает своих недостатков лучше, чем сам человек. Но страх и слабость часто преобладают, а мотивация и четкий план по исправлению ситуации отсутствуют. Поэтому нужно обозначить явственный замысел, позитивный взгляд нового образа мышления, который отвлечет внимание индивида и позволит производить внутреннее исцеление. Это мудрость. Это ахимса — не наносить вреда. Это сатья — правдивость. Мудрый преданный осторожен, чтобы никогда не оскорблять и не унижать других. Даже под предлогом сказать правду, что является оправданием, которое люди иногда используют, чтобы рассказать другим, что им не нравится в них. Мудрые преданные понимают, что в каждом есть добро и зло, есть эмоциональные взлеты и падения, умственные восторги и депрессии, ободрение и разочарование. Давайте сосредоточимся на позитиве. Это ахимса и сатья, работающие вместе. Брахмачари и саньясин должны быть абсолютно правдивы со своим садгуру. Они должны быть абсолютно дипломатичными, мудрыми и всегда подчеркивать хорошие качества в сообществах саньясина и брахмачари. Гуру имеет право обсуждать, упрекать или дисциплинировать нехорошие качества в поднятии брахмачари и саньясина. Только у него есть это право, потому что оно было дано ему брахмачари и саньясинами, когда они приняли его как своего садгуру. Другими словами, когда вы принимаете дикшу, вы даете гуру такое право. Вы как бы просите: «Помогай мне на духовном пути, если надо, указывай мне на мои недостатки и изъяны». Но вы не давали такого права другим людям, у кого вы не принимали прибежище. И вам не давали другие тоже такого права, поскольку у вас они не получали прибежище, не просили вас об этом. Это означает, что мы не критикуем других, не воспитываем, не пытаемся их переделать. Просто это не наша сила, не наша задача. И они нас не просили об этом. И это нам не нужно на пути. Дальше. Это означает, что брахмачари и саньясины не могут дисциплинировать друг друга, подвергать психоанализу и исправлять во имя правдивости. Стоп. Еще раз. Брахмачари и саньяси не могут воспитывать друг друга, дисциплинировать друг друга, подвергать психоанализу. Что там еще? Исправлять во имя правдивости. Исправлять друг друга. Вот если кто-либо старший, назначенный, ученик гуру, махант
и вы его принимаете как духовного наставника также, выполняя духовное послушание, это значит, вы его просите об этом, и он может. Но если вы не просите, то он не будет этим тоже заниматься лишний раз. Только этическое и служебное послушание. То же самое. Но это должностные лица, предназначенные для воспитания. А все остальные – это не их сева, не их служение. Без нарушения правила номер один в ямах – ахимсы, не причинение вреда. Они не могут этого делать. Матери и отцы имеют права по отношению к своим детям, как и гуру с их шишьями. Эти права ограничены в соответствии с мудростью. Они не являются всеобъемлющими и не должны препятствовать свободной воле и всестороннему росту внутри человека. Вот почему мать и отец, а также ученик, которого посылают вашим гуру, чтобы учиться и обучаться, считают гуру матерью и отцом. Ответственность гуру заключается в том, чтобы превратить стремящегося в солидного члена монашеского общества, так же, как долг матери и отца формировать молодежь как ответственного, заинтересованного члена семейного общества. Стоп. Когда вы поступаете в брахмачари, задача гуру — превратить вас в солидного члена монашеского общества. Получится это или нет, 50% зависит от гуру, 50% от вас. Но я желаю, чтобы вы все превратились в солидного члена монашеского общества. Так прогрессирует общество. Практика нияма, чтобы укрепить свои сатья-качества, это тапас, суровость, садхана, покаяние, тапаси и жертва. Если вы обнаружите, что не были правдивы, если вы предали обещание, тогда поставьте себя под тапас-садхану, выполните длительное покаяние, искупите, покайтесь, выполните аскезы. Вы скоро обнаружите, что быть правдивым намного проще, чем то, через что тапас и аскеза заставят вас пройти, если вы не смогли сдержать себя. Истина — это полнота истины. Сама истина — это полнота. Пусть победит полнота, восторжествует истина, а дух сатья и ахимса пронизывают человечество. Ум. Урок 15. Астея. Нестяжание. Третья яма — астея. Велит нам не воровать, не жаловаться, не входить в долги. Мы все знаем, что такое воровство. Но теперь давайте определимся с алчностью. Ее вполне можно определить как обладание чем-то умственно или эмоционально, но не физически. Это нехорошо. Это создает скрытое психологическое напряжение для всех заинтересованных сторон и вызывает низшие эмоции от тала чакр. Этого следует избегать любой ценой. Стоп. Тала чакры все знают, где находятся. Да, все чакры, у которых название оканчивается тала. Сутала, витала, расатала, махатала, патала и так далее. Вот, начиная от бедер до пяток. От них идут всегда низшие эмоции. Например, гнев, мстительная ревность и так далее. И мы живем так, чтобы не пробуждать энергии от тала чакр, а пробуждать энергии, начиная от чакр выше, от муладхары и до сахасрары чакры выше. Жадность приводит к ревности, за которую следует кража. Первый импульс к воровству – это страстное желание. Если вы можете контролировать импульс к желанию, тогда вы не будете воровать. Зависть — это мысленное воровство. Конечно, воровство никогда не должно происходить. Даже пенни, песо, рупия, лира или иена не должны быть незаконно присвоены или украдены. Невыполнение своих обязательств по долгам также является формой воровства. Но это больше для мирян, учеников, тех, кто вступает в сложные отношения в миру. Для брахмачари, монашествующих, для саньяси, у них просто, ну, они не могут делать долги. Просто они дают обет, не обладание. Даже если они распоряжаются средствами, это не их средства.
Это принципиальный обет, который надо всю жизнь держать. Для садху, для саньяси это очень хорошо. Он решает отвлечь свое внимание от обладания материальной энергией ради садханы. Он думает, как здорово, мне не надо всем этим заниматься, я лучше санкальпу, джапу, визуализацию почитаю книгу. Мне столько времени освобождается. Ведь те, кто оперирует материальной энергией, если они саньяси, садху, это настоящие тапасви. Они должны вот тратить свое время и силы на все это. Да я этим не занимаюсь. Вот его позиция. У саньяси не должна пробуждаться желание обладать материальным, жадность. Все, что надо для освобождения, у него есть в 3 раза больше уже. А если у него появляется желание еще сверх этого, это уже лишнее. Их просто надо отсекать. Это философия саньяси. Не обладать личным имуществом. Не считать это благом, а считать это грузом. И по возможности держаться от этого груза подальше. Исключение те, кому по служению, по должности положено заниматься этим. Стханапати, управляющие и так далее. Они берут это как дхарму, как долг, как нагрузку осознанно, как севу. Но они не считают это своим. Невыполнение своих обязательств по долгам также является формой воровства. Но избегание долгов в принципе не означает, что нельзя покупать вещи в кредит или через другие договорные соглашения. Это означает, что платежи должны производиться в ожидаемое время, чтобы кредит был предоставлен доверительное управление и был ликвидирован по истечении времени, чтобы контракты выполнялись с удовлетворением всех заинтересованных сторон. Управление своими делами за чужие деньги – должно быть сдержанным. Чтобы контролировать это, есть садхана астея. Брахмачари и саньясины, безусловно, должны неукоснительно соблюдать эти ограничения, связанные с долгами, воровством и корыстью. Это, конечно, не соответствует их кодексу жизни. Чтобы совершенствовать астею, мы должны практиковать дану, благотворительность, третью нияму. Нам следует принять дашама бхагаврата, обещая десятину. Дашамамша, да? Дашамабхагаврата. Дашамабхагаврата, да. Обещая десятину платить дашамамши, нашей любимой религиозной организации, и вдобавок ко всему отдавать ее творчески, не думая о награде. Стоп. Дашамамша — это врата, обет для домохозяев, когда принимается обязательство подносить 1/10 часть дохода храму, ашраму, общине, садху и так далее. Это традиционный обет во всей санатанадхарме, но и в других религиях тоже есть, но называется десятина. Кража – это эгоизм, дарение – это бескорыстие. Любой провал астеи исправляется даной. То есть, если со стеей возникли сложности, это легко исправить. Дана, давай, будь щедрым, будь великодушным, и твой запас заслуги в стее всегда будет пополняться. Материальная жадность фокусирует в материальном мире. Когда мы практикуем дану, мы воспитываем вайрагью, сознание щедрости. Сознание перестает фокусироваться на материальном мире. Бандара, делание подношений, благотворительность в отношении ашрамов, бедных, храмов, дхармы. Для санатанадхармы это вопрос престижа, вопрос гордости. В традиционном ведическом обществе не гордятся накопленным, а гордятся розданным. Это, представляете, насколько другой менталитет. Гордиться розданным, тем, что раздал, а не тем, что накопил. Вот у меня есть там яхта, дача,
то-то, то-то. Это не предмет гордости. А вот я раздал 3000 садху такую-то бандару, или я там построил такой-то храм, да, вот это предмет гордости даже мирского человека, даже с эгоизмом. Совсем другой менталитет. Такой менталитет помогает достичь освобождения, потому что это гордость сатвой. Если уж гордиться и быть эгоистично, то в сатве гордиться тот хармой, а не обладанием материальными вещами. Тот культ успеха, который навязывается в потребительском обществе, это, как сказать, с точки зрения санатанадхармы, это вчерашний день. Если уж гордиться тем, что ты сделал как дану, подношение Богу, подношение садху, подношение дхарме, подношение людям. Потому что именно вот эта удовлетворенность, которая возникает в результате даны, становится светом заслуги, которая обеспечит тебе рай и небеса в следующей жизни. А гордость обладания в материальном мире, ну что это, притянет как якорь снова в мир людей. То есть это сомнительная заслуга от этого, никакой заслуги особенной нет. Важно понимать, что нельзя просто подчиняться ямам, не практикуя активно нияму. Чтобы сдерживать свои текущие тенденции успешно, каждая из них должна быть заменена положительным соблюдением. Для каждой из ям есть положительная замена по выполнению чего-то еще. Ниямы должны полностью затмевать качества, контролируемые ямами, чтобы родился совершенный человек. Также важно помнить, что совершение того, что не нужно делать, и невыполнение того, что следует делать, имеет свои последствия. Их может быть много в зависимости от развития души каждого человека, но все такие действия приводят к снижению сознания в инстинктивной природе, и результатом являются неизбежные страдания. Каждый индуистский гуру имеет свои собственные способы смягчения негативных карм, которые являются следствием несоблюдения высоких идеалов этих заповедей. Но в некотором смысле мир также является гуру, и его преданные учатся на собственных ошибках, часто повторяя одни и те же уроки много-много раз. Обычно, если мирской человек или не следующий дхарме не имеет гуру, то считается, у него нет гуру. Когда спрашивают, есть ли у вас гуру, говорят, нет. Но на самом деле он тоже имеет гуру. И уже даже у этого гуру есть конкретное имя. Вишвагуру Джамаха Махарадж. То есть материальный мир как гуру. Поэтому считается, что все имеют гуру. Только они по-разному проявляются и учат людей. То есть это не вопрос, быть ли у тебя гуру или нет. Это вопрос, как именно он будет тебе учить, в какой форме. Материальный мир учит душу, не слишком объясняя. В традиции древних ситхов так тоже действовали. Прямо. Вне ума, можно сказать, сплошная энергия. Когда люди не контролируют сексуальную энергию, занимаются сексом, раз – беременность. Урок. Ребенок. На 18 лет концентрация, как на точке. Все. Ничего не объясняя даже. Так получилось. Еще что-то другое. Снова урок. Урок. Захотел проявить жадность, занялся бизнесом, вступил в какие-то отношения. Партнеры, бандиты, налоги. Вся эта жизнь тоже. Уроки, уроки, постоянные уроки. Иногда монахи выезжают домой в отпуск периодически встретиться с родителями. Они смотрят на своих друзей, одноклассников. И они как будто в своем восприятии не поменялись. Ну, в общем, если у монахов изменения, то только внутри. А снаружи они не обрастают имуществом, у них не появляются дети, родственники. Как бы, они как были, так и остались. Их статус такой постоянный. Но когда они смотрят на других людей, они видят, кто-то женился, кто-то развелся, у кого-то уже трое детей. И у них возникает как бы понимание. Оказывается, люди живут в карме. И
карма это им дает уроки, они проживают свои жизни как-то, и они идут, влекомые ветром времени. Это часто открытие бывает. Это так. Это их учит Вишвагуруджи Махамахарадж по-своему, без философии, ничего не объясняя. Через шакти, через энергию. Материальные шакти учат тех душ, которые не воспринимают Бога, не воспринимают дхарму, а воспринимают саму материальную шакти. Она их учит безальтернативно, достаточно жестко, без объяснений, но обязательно она дает такой душе уроки. Только те души, которые решат учиться более тонко, с мудростью, с пониманием и собственным участием в этих уроках, их называют садху. Вопрос. Гуруджи, постал чакры коснулись, по ним можно вопрос. Вот когда мы визуализируем пранолингу, что мы с ними делаем? То есть мы вообще талу-чакры не трогаем в практике пока? Или можно их чисто не хотя бы представлять? Обязательно представляйте также и талу-чакры. Представляйте чистыми, представляйте каналы чистые в этих чакрах. Есть практики, когда энергия движется также по всему телу и по ногам, и по талу-чакрам. Но позже, после того, как вы овладели базовыми методами разжигания внутреннего огня, четырьмя блаженствами и прочим. Но представлять их также можно в виде каналов чакры, включать в пранолингу тоже. Просто мы не активируем там энергии. С точки зрения освобождения важны энергии, находящиеся в чакрах от сахасрары до муладхары. Там вся основная работа проводится. Вслед за этим мы читаем мантру для утреннего приветствия божеств и планет и гармонизации планет в нашем гороскопе и освещения всего дня. В нашей жизни есть тонкие силы, и эти тонкие силы в Джотише олицетворяют планеты. Но это планеты не только физические, которые летают в космосе, а это планетарные энергии, планетарные влияния, которые входят в наши тонкие тела и пронизывают нашу жизнь. Если у вас нет каких-то мантр, там вам дали не все, ничего страшного, вы потом все распечатаете. Я просто даю благословение, а вы запоминаете, а потом с этих текстов они у вас будут. Самое главное, что я вам их передаю. Не главное, что они у вас на бумаге, а главное, что гуру передал, и затем вы можете их взять, распечатать, они уже с вами на всю жизнь. Если у вас нет каких-то, ничего страшного, просто за мной повторяйте, визуализируйте. Итак, мантры для утреннего приветствия божеств. Настраиваемся на трех богов, Брахму, Вишну, Шиву, прямо перед собой. Представляем их восседающими в Падмасане на лотосных тронах, так как они на алтаре. Три изначальные силы Вселенной – творение, поддержание, разрушение. И затем уже настраиваемся на физические планеты. Представляем Солнце. Справа Луну, слева, затем Марс, Меркурий, Юпитер, Венера, Сатурн, Раху и Кету, это не планеты, а узлы определенные. Мы представляем их, хорошо бы увидеть, как в виде божеств, как они выглядят, как божества. И читаем мантру. Брахмана Мурари, Стрипурам Такари, Ману Шаши, Бумисутто Будашча, Гурушча Шукрах, Шанира Хукетава, Курванте Сарва, Мамасу Прабхатаву. И представляем, как от планетарных божеств, от планет исходят влияние в виде лучей света,
И исходит только чистое, сатвичное, благословляющее влияние. Так же, как Вишва Рупа Даршан Йоги. И это влияние в виде столба света проникает, опускается сверху и входит нам в макушку. Затем входит в позвоночник, в центральный канал. Растекается по чакрам, каналам, наполняет ауру, насыщает все тело благотворным влиянием. То есть планеты для нас благоприятные. И мантра благословляет весь наш начинающийся день, нейтрализуя неблагие воздействия планетарные. И когда мы получили благословение всех планет, почувствовать тонкую планетарную энергию, идущую от космоса, и что внутри нас что-то сонастраивается с мировыми ритмами, циклами, потому что планеты всегда ходят по одним орбитам. Это очень долгоживущие божественные существа. Это не просто физические планеты, это боги, великие божественные существа, мегаразумы, все они просветлены. И они живут очень долго по своим ритмам и циклам. И если в нашем гороскопе какие-то планеты были поражены, негативные, там Марс пораженный, Луна или Солнце, то настраиваясь с помощью этой мантры, Ануграха Шакти, мы выравниваем в себе эти энергии.